как люди. Знают, с кем рядом жить, а с кем и порознь. Вот теперь чай заваривай только с теми травами, что рядышком растут. Смотри, да подмечай. Деда, ведь я поняла. Если травки друг с другом дружат, значит и чаек точно будет полезным. Молодец. Если в ладу жить, много пользы можно принести. Как мы с тобой. Эх, лиса. Давай домой беги. Мамке помогать. Завтра придешь. А я завтра не смогу. Почему? Меня мама в город везет. Буду знакомиться с тетей и двоюродным братом. Вот почему. Они ж с мамой сестры. А совсем не дружили столько лет. Ведь росли-то рядом. Знаешь, как бывает. Одно яблочко на солнышке зреет и сладким становится. А другое в тенечке растет и с кислинкой получается. Так и люди. Вроде в одной семье выросли, а все разные. Так-то. Деда, если честно, я немножко города побаиваюсь. А ты не бойся, ты же не зайчонок. Ты вот леса боишься? Так что его там бояться? Там все родное. Вот и думай, что город — это тоже лес, только другой. Другая у него природа, а законы те же. Разберешься. Деда, да как разобраться-то? Вот что я тебе скажу, девочка. Все, что ты делаешь, делай это честно и с любовью. А там все сложится. Ничего с тобой не случится. Мам, ну у меня дела, понимаешь? У тебя всегда дела. 3 дня они потерпят твои дела, и друзья твои никуда не денутся, они умрут без тебя. Руки в ноги, взял сестру и показываешь ей город, понял? Да. Молодец. Да. И у меня к тебе просьба. Пожалуйста. Стеша девочка особенная, и первый раз в городе. Я тебя умоляю. Каждую секунду не отходи от нее ни на шаг. Будь постоянно с ней. Хорошо. Глазки мне посмотрел? Понял? Да. Молодец. Стешенька, мы пошли, а Макар тебе город покажет. Мамочка, здесь столько людей. Как они тут живут? Хорошо живут. Тесно им, наверное. Привыкла ты у меня к вольной жизни, олененок. А им тут нравится. Попугайчику тоже в клетке нравится. Он же никогда на свободе не летал. Ты у меня как дед Семен стал разговаривать. А разве это плохо? Ты, главное, от людей не отрывайся. Или мы от тебя отрываться не должны. Ну ладно, все. Пока. До вечера. Старая львица не помнит такой суровой засухи в этом регионе. Засухи, вынуждающие животных покидать равнину. Эти самки куду долго ждали хоть какого-то знака с неба, нескольких капель, предвещающих облегчение. Что так срочно? Подождать-то не может? Давай хотя бы по пути гамбургеров купим. Жди нас, Жека, на площадке через 15 минут. Я чай попью и выйдем. Макарыч, ну что, твою сестру 3 дня пасти? У меня вообще-то дела. А чего меня пасти-то? Я ведь не козленок. Все, толстяк, скоро будем, давай.
Ну и зачем ты воду выключила? Видела же, я чайник набираю. А мы с мамой воду в доме из родника носим. Зимой тяжело, а летом хорошо. Но правда, родники не везде есть. У нас везде вода в доме. Бери сколько хочешь. Так зачем ее зря лить? Нет, ее сколько хочешь. Вот у нас сейчас речки высыхают, целые деревни без воды сидят. А в Африке уже больше 100 рек высохло. Ну а мы-то тут при чем? У них воды нет, у нас есть. Так мы же люди. Знаешь, как мне дедушка говорил? Вода – это чудо Господне. С молитвой она живая будет, а с поношениями мертвая. И относиться надо к ней бережно. Так, я все понял. Просто моя сестра из Нарнии. Я читала эту книжку, только я не из Нарнии. Я из деревни Загубья. Какая разница? Это одно и то же. Вольный перевод. Хм. Слушай, ладно, собирайся, гулять пойдем, олененок. Ага, размечтался. А что они делают? Переписываются. С кем? Друг с другом. Так, даже не пытайся вникать. У вас в Нарнии телефоны-то хоть существуют? В Загубье есть, конечно. Только нам они, ну, не нужны особо. А если тебе надо что-то срочное соседу сказать, ты что будешь делать? Пойду к нему и скажу. Хорошо, усложняем ситуацию. Сосед живет на другой стороне деревни, а сказать надо, ну, очень срочно. Побегу. А позвонить не догадаться, да? Звонить бесполезно. Он либо в огороде, либо скотину кормит. Правильно. А мы живем в городе. И нам не надо ни чинить сараи, ни копать огороды, понимаешь? Ого, сколько у вас свободного времени. А зачем люди в городе живут? Ладно, ребят, пойдем. Будешь, я не кусала. Давай. Стеж, давай быстрее. Стойте, подождите! Ну и зачем тебе это все? Просто до нас тут так хорошо было, пусть и после нас так будет. А наша классная говорит, что каждый человек в мире должен оставить свой след. Ну не мусор же. А что, по-твоему? Красоту. Макарыч, она у тебя блаженная. Да обыкновенная я, просто люблю, чтобы чисто было. Ладно, Стеша обыкновенная, пойдем покажу тебе город. А ты, толстый, бойся и не мусори больше, понял? Давай, толстый, взял, поднял и выкинул. Бояться ничего не надо, просто надо по-человечески жить. Так мой дедушка говорит. По-человечески это красиво, что ли? Все, толстый, пошли. Это заразно. До свидания. Пока. Ну ладно, давайте, пацаны. Слушай, а твой дед прямо мудрец какой-то. Да, он мудрый. Приедешь к нам в гости, я тебя с ним обязательно познакомлю. Еще и деда я не переживу, мне пока тебя хватает. Кто-то город обещал показать.
при этом газ. С той поры прошел уже не год, не два, но запомнил крепко я его слова. Двух шагов без тормозов не мог пройти, но авария случилась на пути. Макар, поехали с нами. Надо будет, вернешься в город по своим делам. Мам, мы же договорились. За бабушкой я присмотрю. Да я уж не знаю, за кого больше из вас беспокоиться. За тебя или за бабушку. Ну что, готовы? А, кстати, подождите, чуть не забыл. Вот, олененок, держи. Если что случится, позвони мне. Просто нажми единичку. Поняла? Спасибо. Ну ладно, давайте, пока. Счастливо. Давай, пока. Веди себя хорошо. Хорошо. Хорошо, только недолго. К обеду, пожалуйста, приди. Угу, хорошо. Никак не могу привыкнуть, что ты девчонку одну отпускаешь. Она же может заблудиться. Это мы с тобой заблудимся, а она нас выведет. А еще по дороге с кабанами договориться, чтобы они ее сопровождали. Не волнуйся, Стеша в лесу своя. Не знаю. Начинайте завтра с утра. Мне нужно, чтобы через неделю и мысли даже ни у кого не возникло, что здесь когда-то лес был. Виктор Николаевич, я боюсь, за неделю мы просто не успеем. И правильно боишься. Другого времени у тебя нет. Вызови не три, а пять бригад. Зачисти так, чтобы травка зеленела, а не дыры в земле чернели. Да, понятно. Виктор Николаевич, можно вопрос? А вам лес, птичек не жалко? Места-то заповедные. Не жалко. У меня своя птичка подрастает. Пока я при деле, надо о ее будущем позаботиться. А лесов у нас много. И адвокатов, кстати, тоже. Ты бы не вопросы задавал, а подумал лучше, как это сделать. Я все решу. Алло. Макар, он лес хочет рубить. Стеш, Стеш, это ты? Стеш. Алло, ты где? Его Виктор зовут, Николаевич. Я его знаю, это сосед по даче. Стеш, ты где сейчас, слышишь? Я в лесу. Он сказал, чтобы ничего не осталось. Завтра утром приедут машины. Стеш, успокойся, это очень богатый человек. Ты ничего сделать не сможешь. Срочно иди домой, там опасно оставаться. Я не могу пойти домой. Я должна всех предупредить. Стеша, кого предупредить? Тут белочки, лисички, а деревья. Я не смогу им помочь. Стеша, Стеша. Алло, Стеша. Стеша. Пацаны, на площадке через 15 минут. Я не пойму, богатый влиятельный мужик хочет вырубить для своей дочери кусок леса. Мы тут при чем? А при том, что если ты забыл, мы люди. И сейчас в этом самом лесу находится маленькая девочка, которая никуда не уйдет, пока не спасет всех своих зайчиков и белочек. А завтра утром туда придет куча техники, которая начнет валить этот самый лес. И если мы сейчас что-нибудь не придумаем, то с ней может произойти все что угодно. Сдались ей эти зайчики. Ну, не странно. Она за этих зайчиков с белочками жизнь готова отдать, а нам все равно. Мы кто? Мы хоть что-то можем, а?
Блогеры недоделанные. Макарыч, ну ты чего? Можно попробовать. Да поздно пробовать, делать надо. Мы свои ресурсы подключим, но нужны репосты. Блогеры, у которых подписчиков много. И хорошо бы какого-нибудь депутата, который в интернете шарит. Нужны школьники и студенты, кто за экологию борется. Так, ладно, пацаны. Я сейчас еду на дачу, позвоню маме. Попробую Стешу найти. По дороге буду скидывать всех, с кем договорюсь. Не подведите, пацаны. Макарыч, хэштег Стеша? Нет. Сделай хэштег олененок. Олененок. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Сочиняй, удивляй, удивляйся, люби. Без сомнений встречай повороты судьбы. Смысл жизни ищи и в сомнениях любых. Помни, что ты сильнее, сильнее, сильнее. Люби, выбирай только сердцем своим и раскрашивай счастьем своим каждый миг. Без боязни напротив течения плыви. Пробуй новое, светлое, помни, что здесь. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире. Причин. Полыхай и искри, словно звезды в ночи. Обязательно птицу мечту распишись, получи. Доверяй только чувствам своим. Оставайся собой, а не кем-то другим. Маленькая девочка, в одиночку пытается спасти лес. Будьте добры. Никаких комментариев. Уберите камеру. Подождите. Мы вас очень просим. Заведите на нас. Пожалуйста. Ничего в мире нет такого. Торгайте в частный прокурор. Снимай, простор. Снимай его! Возьми крупным планом. Пожалуйста, постойте, не уезжайте. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам. А вот новость, которая взорвала интернет. В Подмосковье маленькая девочка в одиночку спасает лес. Олененок, именно так называют 8-летнюю девочку Стешу, которая в одиночку решила бороться с уничтожением лесного массива. Наши корреспонденты уже выехали на место событий. В прямом эфире ждите подробностей этой истории. Мы следим за развитием событий. Все зависит от нас. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас. Ничего в мире нет такого. Ты давай беги. Ты своим скажи, что уходить надо. Ты же быстро бегаешь, правда? Макар! Не надо никуда уходить. Теперь все будет хорошо. Они здесь. Даже к такси умудрились опоздать. Здравствуйте, откройте нам. Зачем? Возьми на руку. Пакет-то зачем? Ну, давай. Будет время, приезжай. Знаешь, сколько тут всего спасать нужно, а у тебя получается. Только это не у меня получается, это у вас получается. Приезжайте к нам. В Нарнию? Да, в Нарнию. Ладно, пойдем, Стеш. Давайте, парни, увидимся. Бывай. Пока. Пока. У
Береги себя, олененок. Ты у нас особенная. Это ты особенный. Что-то не замечала за собой умение разговаривать с лесными белками. У тебя другая особенность. У тебя сердце доброе. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Сочиняй, удивляй, удивляйся, люби. Без сомнений встречай повороты судьбы. Смысл жизни ищи и в сомнениях любых. Помни, что ты сильнее, сильнее, сильнее. Люби, выбирай только сердцем своим и раскрашивай счастьем своим каждый миг. Без боязни напротив течения плыви. Пробуй новое, светлое, помни, что здесь. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет. Обязательно птицу мечту распишись, получи. Доверяй только чувствам своим. Оставайся собой, а не кем-то другим. Если просят о